небо, жаркое солнце и лето в деревеньке. Скажите, ну разве может быть еще что-то лучше? Всем привет! Я продолжаю путешествие по родному краю. Чем заняты аграрии? Что нового у сельчан? Обо всем расскажу в программе. В Могилевской области идет зеленая жатва. Это только начало большой кампании по заготовке кормов. Но косовица идет в непростых условиях. Очень сухо, и сельчане сильно надеются на дождь, который даст травам дальнейший рост. Отправляемся в Хотинский район. На сегодняшний день заготавливаем корма для зимнестойлого периода, для поголовья КРС, которое составляет на сегодняшний день у нас 5290 голов. Заготавливаем сенаж из люцерны в оптимальную фазу для получения качественных кормов. Это поле открытого акционерного общества «Октябрь-березки». На нем выросла люцерна вместе со злаковыми травами. Сопровождает сельскохозяйственную технику на косовице большая группа аистов и других птиц. Работа идет с утра и до вечера. В 6 продаемся, заправляем и до 9. Надо отметить, что в этом году травы не такие высокие и сочные, как хотелось бы крестьянам. На рост растений повлияли недружественные условия весной, а также нынешняя слишком сухая погода. Однако, вопреки пыли и сухости, зеленая жатва идет и техника работает. В том числе и полученная хозяйством по программе развития Юго-Востока Могилевщины. Да, конечно, на сегодняшний день это высокопроизводительная техника, которая оказывает существенную помощь для получения качественных кормов. В общем, под луговыми травами с люцерной и клевером в хозяйстве Октябрь-Березки заняты 2600 гектаров. Нужно заготовить 20 тысяч тонн сенажа, чтобы обеспечить едой скот. На местном комплексе более 5000 голов и есть план нарастить поголовье. Надо развиваться, так считают в этом хотинском хозяйстве. Конечно, нужна помощь государства для развития сельского хозяйства. Мы ее получаем, ценим. Будем дальше также продолжать положительную динамику в развитии. Самое главное – терпение, сил и здоровье. Остальное еще будет. Пока аграрии всей области трудятся в полях, программа «Деревенька» приехала в Могилевский район. Здесь в областной проектно-изыскательской станции агрохимизации тоже круглый год идет работа. Посмотрим, чем агрохимики заняты сейчас. Для работы Натальи Мельниковой нужна почва, специальный раствор и прибор. Наталья, расскажите, чем таким интересным вы занимаетесь? Здесь мы определяем кислотность. Вот у нас есть такие тележки. Сюда мы набираем почву. Заливаем специальным раствором. Вот у нас есть такой прибор. Вы видите, он уже начинает считать. Здесь кислотность 5,55, это средняя, да. И мы каждый образец начинаем определять, перемешивая по технологии там 1 минута. Все показатели почвы записываются в специальные ведомости и потом передаются в хозяйство, в которых был взят образец. Есть, конечно, культуры, которые любят более подкисленную почву. Лен, например, да, то мы, это уже агрономы, на местах смотрят. Мы даем показания, да, с каждого поля. Ну, это долгий процесс, конечно, очень трудоемкий, скажем так. Почвоведы привозят почву сюда. Мы ее тут, ну, осуществляем просев, потом набираем. Там в кассетках у нас все хранится. И вот тогда они на основании вот этих наших документов, да, которые мы даем по каждому полю, они подбирают культуру, которая им подходит. Ежедневно в лаборатории областной опытно-изыскательской станции попадает почва с полей Могилевщины. Основная задача агрохимиков – обследовать ее на содержание важных показателей – макро- и микроэлементы, фосфор, калий и даже цезий, загрязненных радионуклидами районов. В этих пробирках тоже почва с могилевских полей. Сначала она прошла термообработку, а потом ее залили серной кислотой. Узнаю, зачем это сделали. Татьяна Карпович уже больше 35 лет проводит анализы почвы. Она и расскажет мне, что хранится в этих пробирках. Татьяна, как эта почва стала жидкой? Эта почва заливается серной кислотой, хромовой смесью, кипятится в бане, потом остужается, доливается водой, обыкновенные наши дистиллированные H2O,
И путем определения на приборе мы определяем содержание. Гумуса в почве – тоже очень важного элемента. Даже без прибора я могу сказать, что вот это низкое содержание гумуса, а это будет высокое содержание гумуса, больше трех. Где светлое, значит, это будет низкое содержание гумуса. Ну, где потемнее, значит, визуально, это будет среднее показание гумуса. Среднее до двух. А высокое тоже, это больше трех, это уже высокое показание гумуса, значит, почва обогащена. Но более точно о плодородности этой почвы расскажут цифры на приборе. Они же и подскажут в будущем аграриям, какую агротехнику проводить в полях. На основе наших анализов в колхозах составляют сечевообороты. Но я считаю, что наша служба нужна. В этом году специалистам предприятия предстоит обследовать около 300 тысяч гектаров земли. Как в сельхозорганизациях области, так и на приусадебных участках сельчан. А теперь загляну в Горецкую сельхозакадемию, где упорно трудятся белорусские селекционеры. За последние 15 лет ими создано более 150 сортов различных культур. Интересно, над чем трудятся сейчас? Прямо с порога за стол. Юлия Малышкина не только селекционер, но и искусный повар. Пирог из люпина, сорт которого вывела вместе с коллегами. Юлия Степановна, расскажите, как из обычного люпина испечь вот такой вкусный пирог. До цветения еще далеко. Вашему вниманию представлен сноп белого люпина уборки 2022 года. Сноп мы вручную собирали, высушили, то есть связали, и такой получился красивый, колючий, как ежик, сноп. Люпин сорта «Лунтик». Чтобы что-то из него приготовить, берем высушенное растение, собираем белые бобы, потом из них желтые ядрышки и включаем электромельницу. Очищенное зерно, то есть измельчив, мы получаем, то есть, муку. То есть она такая, имеет такой желтоватый цвет в сравнении с пшеничной мукой, то есть отличается. Собственно, она и стала основой люпинового пирога. А чем вообще полезен люпин? В нем содержится самое высокое содержание белка, который необходим для роста, развития, то есть как не только животных, но и человека. В целях эксперимента решили разработать и собственную рецептуру. Помогла всемирная паутина. Изначально, то есть мы искали различные рецепты в интернете, то есть там большой перечень. Конечно, мы какие-то нашли, какие-то доработали, ну, то есть переработали, и уже на основании их, конечно, начали печь. Но пирог получился? Да, конечно. Я думаю, что вы оцените его, попробуйте. Пока я пробую, запоминайте проверенный рецепт. Состав, то есть что необходимо. На одну порцию, то есть мы брали 100 грамм сливочного масла, то есть немножко его растапливали, затем 2 яйца, 100 грамм муки люпиновой, 100 грамм пшеничной, разрыхлителя, 100 грамм еще сахара, 10 грамм вот разрыхлителя, чуть-чуть щепотка соли, то есть и в духовку. Час на час в духовку 160 градусов, вот выпекали. Что тут говорить? Советую приготовить. Потому что это на самом деле очень вкусно. Ну и еще мы добавляем иногда, то есть для, ну, чтобы было как с начинкой, иногда, то есть добавляем какие-то ягоды, либо чернику, этот пирог с бананом. То есть мы сюда добавляли еще натертый банан. Не перепутайте только белый люпин с тем, который растет на лугах или вдоль леса. Сиреневые цветы для пирога не годятся. В чем особенность именно, то есть, селекции люпина? В том, что люпин вообще содержит алкалоид. Вот именно который растет вдоль леса, это другой вид, это многолетний вид люпина. Он имеет высокое содержание алкалоида. А алкалоид является ядом. Свести содержание этого вещества к нулю – главная задача селекционеров и колоссальный труд.
В этом году в Академии созданы и переданы в государственные сорты испытания. Два сорта люпина белого, сорт пшеницы твердой, земляники садовой, четыре сорта томатов, два перцев, мята перечная, лук многоярусный. Мы действительно очень плодотворно этот год поработали. Государственное сортоиспытание продолжается 3 года, и через 3 года я надеюсь, что все наши сорта займут достойное место на рынке. И сельчане смогут их выращивать на своих приусадебных участках. К слову, сейчас в учреждении ведется селекция по 49 видам растений. В перспективе – мята. Из нее в Академии тоже готовят. Ольга Александровна, из мяты можно приготовить не только чай. Вот расскажите, какой процесс запустили вы? Мята – это очень популярное среди садоводов, дачников растения, а также любителей народной медицины. То есть можно использовать непосредственно аптечный лист. Это широко известное успокоительное средство для лечения желудочно-кишечного тракта. Либо можно использовать эфирное масло, которое содержится в растении мяты и обуславливает как раз свой неповторимый запах. Тут все сложнее, чем с пирогом. Из 100 граммов мяты за 1 час в специальном приборе можно получить всего 1 миллилитр эфирного масла. Масло – это не совсем привычное масло, которое мы привыкли с красительным маслом. Он имеет сложный свой состав и содержит от 20 до 40 разнообразных компонентов. Самое основное – это ментол. Ментол – это вот тот холодок, который мы чувствуем, но остальные компоненты, они как-то изменяют этот запах. В нашей коллекции более 30 образцов и нету ни одного с одинаковым запахом. Вот наш сорт «Воля», он обладает ярким ментольным запахом, а «Любаша» более нежная, более спокойная. И благодаря этому прибору мы можем выделить, соответственно, масло. Своими селекционными достижениями Академия гордится по праву. Татьяна Сачивко нашла себя в этой профессии больше 30 лет назад. Ее стихия – пряные травы и декоративные растения. Наша задача сейчас стоит в том, чтобы максимально качественно проводить изучение данной группы культур, именно пряно-ароматических, эфирно-масличных, лекарственных, создавать наши сорта белорусские, наши адаптированные, чтобы к нашим регионам были они адаптированы, урожайные, с хорошим качеством продукции, рекомендовать их для выращивания не только на приусадебных участках, но и в производстве. А вот и еще одна новинка – нетрадиционный многолетний лук «Почастунок». Между прочим, уже передан на сортоиспытание. Урожайность этот лук дает уже с середины апреля, вторая декада апреля. Вот. Отличается он от других многолетних луков тем, что содержит большее количество витамина С, который нам полезен для организма. Вот. И то, что это культура многосборового такого периода, то есть в течение вегетации до самого мороза мы можем получать зеленую полезную продукцию. Ведется работа над изучением коллекции монарды и лаванды для белорусского климата. Желаем удачи и ждем результата. Агрогородок Калатичи – практически окраина Глузка. Но жители Калатич уверены, что это место не потеряет своей идентичности, даже если сольется с райцентром. Здесь и история, и свой образ жизни, и деревенская красота на реке Птич. Калатичи именно от реки Птич получили свое название. Каля Птичи. Калатичи – так сегодня объясняют происхождение названия деревни, известной по письменным источникам с 16 века. Сегодня же это агрогородок, 600 жителей, и здесь есть все, что нужно для комфортной жизни. Калатичи – это замечательное место для жизни. Я говорю, во-первых, это непосредственно близость возле районного центра. Люди с Глузка на любом виде транспорта и пешком, и на велосипедах добираются сюда на свои дачи, свои бывшие родительские дома, ведут личное подсобное хозяйство, грядки, ежедневные хлопоты по хозяйству. Что ж, свое хозяйство – это почти обязательный элемент деревенской жизни. Даже в 21 веке, потому что всем хочется есть не просто сытно, но еще полезно и вкусно. Так считают в калачской семье Черных, несмотря на то, что держать хозяйство – это, конечно, не так легко. Конечно, нелегко, но отдавать можно. А купленное нужно невкусно. Купленное невкусно? Свое есть свое. То есть мы в городе все время едим невкусное. Ну, уже у вас там вкусно, у нас невкусно.
Но наши, ну, вот свое забьешь, вкусно, не тянется. Ну, вот так кормится на картошке, да, на морковке, на всех вот такое свое что-то. Зерновое, дает. Да. Свинки, куры, собаки и обязательно особенный питомец для дочки. Ее зовут Моника, она очень хорошая. У нее смесь британец и мейн-кун. Она с нами может поспать. Урчит тебе? Угу. И ты тогда счастлива? Угу. Она очень хорошая. А еще, кроме хозяйства, обязательно цветы у дома, чтобы была сельская жизнь и приятная, и красивая. Мне здесь все нравится. Плюс природа рядом. Дорога, трасса, на работу хорошо добираться. Полностью все устраивает нас. Но есть в Калатичах и необычное подсобное хозяйство. Это пацанчик, ну, это самец. Ну, да, кешечка. Кешка. А там Алиска, она заболевшая, так мы отдельно ее держим. Потому что и куры заходят, и ей нельзя. Кеша, это я, Кеша. Что и говорить, страусы – новая живность для Калатич. Пока хозяйке не очень понятно, как лечить эту большую птицу, чтобы страусиная раньше развивалась. Но что точно удалось выяснить, Кеша, как и куры, любит одуванчики. Кешечка, на, милый, на тебе, на, вот так, на, вот одуванчиков, на. Ага. Страусиное ранчо обещает стать новой достопримечательностью Калатич. Это мой сад. Я посадил его 4 года назад. Очень им доволен, и он дает мне уже урожай. Земля пустовала, и хозяин посадил яблони. Работать с плодовыми деревьями Дмитрию понравилось. Семья поддержала его усилия, и он посадил еще больше. А теперь взял в сельсовете дополнительный участок. Сад Гальченко будет расширяться. Скажите честно, что вам больше нравится, когда они цветут или когда там уже висит урожай? Трудно сказать. Когда цветут, веселее душа, когда урожай, тоже хорошо. Лето – это прекрасное время для деревеньки. Все яркое, красивое, цветущее. И теплый ветер, и жужжание насекомых, и пение птиц. Мне это место очень нравится. Посмотрите, какая красивая деревня, сколько здесь зелени, как красиво поют птички. И даже местные жители называют это райским уголком. И в этом райском уголке живут очень культурные и творческие люди. К примеру, всегда готов выступить перед сельчанами народный вокальный ансамбль «Крыниченька». Хорошо нам поется в Калатичах. Я сама родом из этой деревни. Живу на соседней улице. Все мое детство прошло здесь. Поэтому мне, как никому, дорогая и близка моя деревня. Что здесь есть такого особенного? Люди. Люди. В деревнях, я думаю, и не только в Калатичах, самое ценное – это люди. Трудолюбивые сельчане, которые привыкли работать и зарабатывать себе и трудом, своим трудом на жизнь. Поэтому петь для них приятно? А петь особенно приятно, потому что очень благодарный зритель и воспринимают песни всегда на ура. И этот зритель самый лучший. Но будущее агрогородка Калатичи – это дети. Здравствуйте! Вы находитесь в государственном учреждении образования Калатичский детский сад Глузского района. Хорошее место. Очень хорошее, замечательное. Что здесь есть такого, что привлекает к вам и детей, и взрослых? Во-первых, сама атмосфера агрогородка. Открытые люди, место такое, природа. 33 прекрасных малыша в сельском детском саду, которые сегодня радуются солнцу, теплу, друзьям и веселым играм. Как зовут? Максим. Что ты тут делаешь, Максим? Ну, учусь там, в школу пойду. А детский сад тебе нравится? Ну, немного нравится. Что тут самое лучшее? Ну, лучше, что тут можно играть с друзьями. В чем детское счастье? Вы знаете? Детское счастье, наверное, вот когда они приходят в детский сад, наверное, больше детское счастье для меня – это их улыбки, приветствия, когда они приходят и рады видеть тебя, а я рада видеть их. Когда они выходят на улицу, они бегают, играют, занимаются какие-то игры, для них это счастье большое. Главное, чтобы все в деревеньке были здоровы и счастливы. Ура!
каждого лета своя история, но у моего целый роман о любви к полям и лугам, о жизни сельчан. Писать свою сельскую историю продолжу ровно через 2 недели. Не забудьте включить телеканал «Беларусь-4 Могилев». Встречаемся в деревеньке!